Всем привет! Я чумазый. А не видно. У меня бардак полный, пилю, точу. Сейчас такие дети по Варганам появились. У них инструмент надо сделать кое-какой. 60 килограмм железа купил. С чермета лазил два дня, блин. Ну что, давайте попробуем. Давай. Кнопочка пришла, услышала Варган. Ах ты, коза маленькая. Ну все, садись. Давай я поиграю. Не мешайся. Ну что, ну все, усаживайся. Давайте попробуем. Что пойдет, да? Что пойдет, то пойдет. Может, что попало будет, но это не важно. Мы же пробуем, ищем. Вдруг что-нибудь. Ой, какое чумазое. Это пыль от этого, ржавчина. Фу. Здесь комп все запыленное, все разбросанное. Бай-бай-бай. У меня творческий, короче, процесс. Вот это вот железячка. Вот такого. Я тут каретку собираю для болгарки.
Сейчас хитрую сделаю станину. Попробую. Фрезер надо. Вот я железо набрал всякого большого. На фрезер, блин, это столько времени. Но зато потом уже попробуем сделать. Что давно хотел. О, вот это железяка. Вот. Вот такого вот железа тяжелючего набрал. Не знаю, что выйдет. Пока так. Там посмотрю. Совместим. Я думаю, тоже так вот. Вот мы слушаем музыку определенную. Там послушали. В голове перемешалось. И это что-нибудь вылазит. А может по-другому. Может действительно напрямую как-то приходит. Потому что вот, когда я играю, заходишь в раш, и это... Как-то оно само, просто сам наблюдаешь за процессом, что извлекается. Давайте я выключу на этой чумазе ужасно. Этой пыли. Ладно, что, давайте. Будем пробовать, что пойдет, то пойдет. На улице звезды классно. Небо чистое, столько, все усеяно. Пусть идет, как идет. Thank you.
Давно не сыграл. Так. Ладно, без понтов. Знаете, я никогда специально не учился. Вот просто каждый день играешь, и все, и оно само. Вот что получается, то получается. Вот как-то вот так, чтобы заморачиваться. Просто как бы не планирую занятия, вот захотелось. Взял варган и поиграл. Вот. Ну-ка. Улеглась. Хотел сказать, спой песенку, чтоб я подхватил, а? Кнопочка. Ну-ка, спой песенку. Какую песенку сыграем? Мурчачая, мурчачая, мурчачая. Да-да-да, красавица. Красавица такая, да? Леди. Леди Кнопочка, да? Ты Леди Кнопочка? Ты Леди Кнопочка такая, вроде такой. Ах ты, коза такая хитрая, кошка. Умная кошка, да? Yeah.
Хватит 17 минут. Ладно, всем удачи, будьте здоровы и веселы. Играйте на варгане, наслаждайтесь. Поднимайте свои внутренние вибрации. Получайте удовольствие. Это главное. Я думаю, для этого варган отчасти. Он много для чего, но для того, чтобы получить удовольствие тоже. Всем удачи. Варган штука классная. Опа!